Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала «С подоконника на грядку». С вами ваша Светлана. Друзья, сегодня отличная безветренная погода у нас. И я хочу обработать свой сад от болезней. В первую очередь буду обрабатывать, конечно, плодовый сад. Ну и розочки. Вот для опрыскивания я взяла вот такой вот опрыскиватель садовый, помповый, фирмы Деко, 8-литровый. Очень рада покупке, хотя еще ни разу не пробовала брызгать этим опрыскивателем. Сейчас вот как раз с вами будем разбираться с его конструкцией и попробуем побрызгать. Есть инструкция в комплекте. В принципе, все понятно, вот как все собирается. Единственное, я не поняла, куда вот эти вот все резиновые прокладки, они устанавливаются. Но я думаю, в процессе я разберусь. Есть также вот ремешок, ремень можно на плечо одевать, если тяжело, допустим, носить. Думаю, установить ремень сразу, наверное, нужно будет. Все-таки 8 литров это приличная нагрузка, потому что одна рука будет занята держанием вот этой вот палочки с пусковым механизмом. Ну и сейчас вот я наполню по максимуму, по рекомендации, 8 литров воды. Возьму препарат вот такой вот Тиавит Джет. В том году я брызгала сад, мне понравился препарат. Здесь у меня чуть-чуть израсходовано. Тут как бы 30 миллилитров идет на 10 литров воды. Ну, на 8 как раз будет достаточно. Сейчас все разведу и будем пробовать качать. Ну вот, друзья, препаратом я наполнила опрыскиватель, и теперь нужно сделать таких вот 25 нажатий по рекомендации. Я думаю, 17 достаточно, потому что все у меня как бы упор уже получается какой-то через силу. Я не хочу давить, не дай бог что-нибудь лопнет, треснет. Попробую так. И сейчас пойдем побрызгаем сначала розочки. Чуть не забыла сказать, обязательно одеваем средства защиты, перчатки и распылитель перед тем, как идем работать с химией. Итак, давайте попробуем. По-моему, хорошо, все нормально. Фонтанчик такой хорошенький. Переносить удобно, но на плече, конечно, это немножко тяжело. Я ставлю на землю. Вот тут рядом все эти розы находятся. И так вот хорошенько побрызгиваю. Вчера обрезала все розы. Надо было сразу, конечно, но был ветер. Сегодня вот только удалось побрызгать. Розочки вроде живы, но в этом году у нас был мороз 47 градусов, поэтому какие-то, возможно, будут долго отходить. Но вот почечки, конечно, вижу на всех я. В том году по осени присыпала перегноя, и, видимо, он тоже оказал свое неблагоприятное воздействие на розы. Началось какое-то подгнивание. Раньше у меня такого вообще не было, как бы. Но в этом году так вот. Это вот моя любимая таманга. Торчит такой ствол, конечно, большой у нее был в том году. Мощный. Вот насчет желтой вообще не знаю, отойдет, не отойдет. Но в том году она тоже из-под земли дала новые побеги. Уже в мае я уже подумала, что она перемерзла, но нет, все нормально. Ну вот розы свои я, друзья, побрызгала. Добралась теперь до ежевики. Оставляла в том году огромные плети по 3 метра вот этой вот ежевики. Начес, смотрите, макушки зелененькие еще даже. Но здесь вот, если приглядеться, видно, что все покрыто какой-то гнилью, серой, сизой, зеленой. Я не знаю, какая-то как плесень, как прям лишайник какой-то как будто покрыл ее. И поэтому все буду брызгать, а там уже посмотрю, конечно, что живое, что не живое, буду уже позже обрезать. Смотрю по пробуждению почек. Здесь вот тоже эти плети лежат прямо на земле. Ничем не укрывала, потому что спривает тоже моментально. И результат от укрытия тоже как бы неположительный.
пробую вот так вот просто открытым способом зимовки, как бы ее так вот оставлять. Этот сорт очень мне нравится, очень вкусная ежевика, сочная, крупная, прям огромные такие ягодки. И уберечь ее от всяких болячек, это, конечно, первостепенная задача. Очень нравится мне, как этот распылитель работает, друзья, еще ни разу не забился, ничего, как бы давление постоянное, вот чуть-чуть подкачаешь, все распыляет прекрасно. Вот прям все плети таким вот образом. Сейчас надо подкачать. Вот прям все плети таким вот образом я опрыскиваю, а там уже посмотрим, где что живое, не живое. Обрезка все равно необходимая, формировка. Ну, здесь вот где совсем темно, конечно, не знаю даже, очнется растение, не очнется. Возможно, будет давать, ну, давать побеги-то по-любому будет, конечно. Но вот эти вот прошлогодние побеги, мне просто интересно, они сохранились или нет. Сегодня также буду брызгать все яблони, грушу обязательно. На грушу частенько нападает какая-то парша или что ли это такое. Поэтому преждевременно не будет это опрыскивание. Лучше заранее сделать. Ну и потом еще в течение летнего сезона, конечно, периодически после сезона дождей тоже, вот, чтобы всякие эти болячки не налетали. На малине, конечно, болезни нету. Даже не знаю, если просто останется препарат, некуда его будет девать. Малину просто побрызгаю немножко снизу. Это вот у нас обработка получается против болезней. Потом еще буду брызгать спустя какое-то время против тли. Очень она мучает мой сад. Скручивать листья, цветоносы тоже портит, поэтому обязательно буду все брызгать еще повторно от тли. Тоже подберу препарат и вам покажу, друзья. Ну вот, друзья, весь препарат я израсходовала, как раз хватило и на декоративный, и на весь плодовый сад, на всю ежевику. Теперь нужно будет спустить давление полностью. Вот здесь такой клапан есть, чтобы спустить оставшийся воздух. И потом нужно будет уже слить остатки вот этого средства и промыть полностью этот бачок до следующего использования, чтобы все было чистое, все промыть, пробрызгать. Вот это вот сопло тоже водой простой пробрызгать, потому что бывают такие препараты, которые потом склеивают соплы, и уже все, будет вещь тогда бесполезная. Ну а так как бы вот главное беречь вот этот шланг, вот эту вот тоненькую штангу, да. Ну и как бы на зиму, я думаю, хранить дома лучше, потому что такие вещи с резиновыми прокладочками, прокладки все-таки потом трескаются от мороза, как проблемно. Чтобы долго служил такой опрыскиватель, надо использовать его разумно и рационально, как бы. А так, без нареканий. Первое испытание прошел на отлично. Рекомендую, друзья, хорошая вещь. Вот на этом все. Очень рекомендую к покупке вот такой вот опрыскиватель. Это не реклама. Очень удобный, очень хороший. Я его урвала рублей за 600, по-моему, зимой на Валберес. Ссылку сброшу в описании под видео, посмотрите. Не знаю сейчас на него какая цена, но в принципе в пределах 1000, я думаю, не дороже он стоит. Нормально, не пропускает нигде ничего. И я разобралась все-таки вот этот комплект резиновых прокладочек. Он запасной. Сейчас все прокладки стоят в нужных местах, и потом можно их просто заменить. Всем советую, не реклама. Ну все, друзья, подписывайтесь на мой канал. Кому видео понравилось, ставьте лайки. И до новых встреч! Других видео. Пока-пока.